Следующий участник концерта – Илья Ломтатидзе, 13 лет. Концертирующий музыкант, выступавший с оркестрами Грузии, Литвы, Армении. Участник концертов в Женеве, Париже, Амстердаме, в том числе под эгидой ООН. Обладатель гран-при, первых премий и лауреатских званий международных конкурсов в Грузии, Казахстане, России, Германии и Франции. Илья – участник первого международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, недавно прошедшим в Москве, чьим инициатором и художественным руководителем стал Денис Мацуев. Учится Илья в Тбилиси в Центральной музыкальной школе имени Евгения Микеладзе у педагога Натальи Нацвлишвили. Посещение общеобразовательной школы считает праздником. Экзамены сдает экстерном, но находит время для чтения, занятий футболом и рисованием. Ференц Лист. Концерт номер один для фортепиано с оркестром ми бемоль мажор. Солист Илья Ломтатидзе.